Привіт усім! З вами програма «Хендмейд» і з вами ваші ведучі Андрій і Лена. Сьогодні ми з вами будемо ліпити знову ж таки з глини. Ага. І сьогодні нам в цьому буде допомагати наш майстер Сергій Богопольський. Ми вас вітаємо в нашій студії. Сергій, розкажіть, чим саме сьогодні будемо займатися, тому що, наскільки ми зрозуміли, техніка якась досить цікава і надзвичайна. Ну і така, яку ми ще не пробували. Да. Ну, ця техніка, в принципі, звісно, давно, але в останнє час вона почала розпространятися вже більш так серйозно. Угу. Називається вона глиноплетіння, от таке далі її названня, як лозоплетіння, глиноплетіння. В чому суть її? Керамическое изделие делается из глиняных жгутиков. Да. То есть из тоненьких колбасочек, которые раскатываются руками, формируется узор, орнамент. Угу. И вот потом из этих жгутиков создается уже какой-то объем. То есть вот в данном случае, например, тарелка, да? Угу. Или вот такие вот мыльнички можно делать. Мыльнички можно делать такие тарелочки под популярные сейчас суши. Угу. Я называю это тарелочкой для косточек-коталивок. Ну, схоже на черепашку. Да. Эти вещи, это упрощенный вариант этого глиноплетения, то есть сделаны в основном это из шариков, из глиняных шариков. Угу. Жгутиков здесь мало, потому что сама по себе вот эта техника глиноплетения, это достаточно сложная штука. Нужно постоянно держать влажные вот эти вот жгутики, угу. И сама техника занимает, ну, вот, чтобы сделать такую тарелку из этих жгутиков, это нужно 4-5 часов. Ого! А здається, що вона теж просто. Из жгутиков, я не говорю. А, вот эту, да, да. Эта тарелочка делается немножко быстрее, эти штучки делаются быстрее, потому что техника упрощенная. Ага. Вот. Поэтому мы с вами сегодня попробуем упростить эту технику глиноплетения до глиношарикового плетения. Глиношарикового плетения. Будем с шариков робити такий пазл. Да, да. Это вот такая вот, получается, типа мозаики. Угу. Есть мозаика прямого набора, есть обратного. Но это вот будем делать мозаику такую обратного набора. А обрабатывается чем-нибудь? Кинцы, каким-нибудь наждаком? Чем-нибудь? Ну, я обрабатываю это губкой с такой шероховатой, знаете, поверхностью. Ага. Вот. Пост. Да, 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 да. Такая жесткая поверхность есть, кто-то она. Да. Вот. Потом можно покрывать глазурью, вот это покрытая глазурью, видите, да, блеск есть такой стеклянный. Угу. А можно не покрывать, кому-то нравятся вот более матовые такие вот поверхности, кому-то глянцевые. Все это утилитарно, этим можно пользоваться в быту и очень удобно. Здорово, вони дуже клево виглядають, і можна в такому етностилі собі абсолютно спокійно влаштовувати декор і в домі якось під цей стиль підганяти вже. Як мінімум тарілочки, мильнички можуть бути у вашому домі саме такими. А ми сьогодні розкажемо і покажемо, як це робиться. Сергій, тільки покажемо, і навчимося. Ну, да. А що нам сьогодні знадобиться? Ну, як завжди, нам понадобиться глина, в першу чергу. Нам понадобиться бумага. Так. Бумага для того, щоб нарисувати нам контури того изделия, которое ми будемо делать. Угу. Нам понадобиться вот такая вот болванка, на которой формируется уже сама форма, ага, того изделия, которое нужно. Естественно, так, вода и дополнительные всякие инструменты. А форма така, знаєш, в кого немає такої форми в домашніх умовах, можна взяти лисого друга. Можна пропонувати м'ячик і розрізати від кінця лисого друга. Можна вдома взяти обыкновенну вот таку вот металлическую мисочку. То есть любую форму, которая... Не брати у собачки з поїлки. Да, да. Любую форму, которая нам подойдет для болванки. Ну, тут більш-менш все зрозуміло, тому думаю, що варто приступати. Значит, в первую очередь, что нам нужно сделать? Нам нужно сейчас на листе бумаги нарисовать контуры той формы, которую мы будем делать. Значит, я предлагаю сделать три разных формы. Угу. Есть такая форма, допустим, рыбки. Угу. Можно сделать, как ваши ребята предложили для таранки. Угу. Вот, можно сделать форму обычной мыльнички и можно сделать круглые тарелки. Угу. Да? Бери рибку. Рибку, да? А ти для таранки? Ні, ти береш рибку, ага. Я беру мильничку. А ти мильничку? Да. А я беру там уже что-нибудь другое. Третье. Для лимону. Рисуем, да? Да. Рибку. Угу.
небольшую, губа одна, губа вторая, такую какую-нибудь смешную рыбку нарисуем такую, да? Вот. Один половинчик. Берем вторую мыльничку, да, прямоугольную mm-hmm. рисуем. Значит, просто для того, чтобы влезть в размер. Мы же не будем точно делать прям пол. Mm-hmm. Вторая и третья. И третья. Небольшой. Небольшой такой вот округ. Да? Mm-hmm. Как вы видите, вот здесь вот по контуру у нас идет жгутик. Давайте, да? Жгутик, да, по контуру. Сильная колбаска. Вот, значит, а внутри жгутика у нас есть орнаментальные какие-то элементики и шарики. Шарики mm-hmm. самого разного размера. Mm-hmm. Большие делать не нужно. Не видрезняются. Не нужно их скатывать прям до гладкого такого идеального состояния. Mm-hmm. Это должны быть просто вот такие вот. Я вам покажу, как я это делаю. Просто отщипнул кусочек. Катаном прилипнул. Вот так катаном, вот, да, да. Значит, делаем порядка 50-60 вот таких вот. Ого. Шариков, ага. Да, ну это в принципе быстро достаточно. Вот, несколько элементиков декоративных, так. И жгут, мы можем сделать от угла до угла, один жгут, второй жгут сюда, ага. От угла. Тобто може бути як один жгутик такий цільний, так і може бути. Да, можна деталями делать, да. Угу. То есть каких-то особых правил изготовления этого нет. Единственная угу. аккуратность и правильно. Угу. Ну, зараз будемо пробувати. Начнем? Ну так. Первоочередная задача – это шарики. Значит, просто отщипываем кусочек глины. Мы их себе одразу начинаем выкладывать? Нет, мы не... просто в кучку, вот так вот мы, один за другим мы начинаем их отщипывать. Давайте поближе, чтобы вам было удобно. Но их надо делать много и быстро, потому что, в принципе, тут достаточно тепло у вас, чтобы они у нас не сохли. А глина вымогает все же таки больше прохолодного какого-то? Глина и более прохладного, и более влажного. То есть она должна находиться для того, чтобы она была в рабочем состоянии. То есть состоянии. Підвал, якщо що, допоможе? Да. Чтобы она была в рабочем состоянии, она должна быть влажной. Mm-hmm. Она может быть теплой, но влажной. Як тоді краще в домашних умовах сушить вироби з глини? Ни в коем случае не ставить на сквозняк. И ни в коем случае не сушить резко. Она должна сохнуть. А что будет на сквозняку? Триснет? Начнет подсыхать края. Начнет подсыхать края, верхний слой ее начнет коробить как угодно, вот по потоку воздуха, ее начинает коробить. Под целлофановым пакетом глина быстро не сохнет, угу. Вот, и потоки воздуха ее не подсушивают углы. Угу. Так, ну, с тем, как доглядать за глиной, мы плюс-минус разобрались. А каким же чином, ну, глазур, я так понимаю, что в домашних условиях это не надто простая справа, это уже краще до мастеров. Ну да, в домашних условиях я обжечь-то не удастся. Ну так. То есть, если вы уже заинтересовались работой с глиной, и у вас уже появилась глина дома, то в первую очередь, конечно, для того, чтобы закончить работу, вам нужно найти человека, который вам это дело обожжет. Угу. У которого есть печь для обжига керамики. Ну, вот. А тот человек, у которого есть печь для обжига керамики, он уже обладает какими-то, ну, знаниями и по глазури, угу. И по температурным всяким режимам и так далее, все вам уже поможет. Так, ну нам поки що наші кульки крутити ще і крутити, тому поки у нас відбувається цей процес, ми вам пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Handmade. Керамічне виробництво відноситься до числа найбільш древніх на землі. Наявність легкодоступного матеріалу – глини – зумовило ранній і практично повсюдний розвиток керамічного ремесла. Коли людина навчилася обробляти глину, вона почала виготовляти посуд. Всі керамічні вироби виконуються з глини, але з її різних сортів, з різними добавками. Тому вони виглядають такими різними. Люди експериментували з сортами глини домішок, з прийомами формування і випалення, прикраси виробів. У прагненні отримати тонку, красиву, міцну кераміку виробники з різних країн робили схожі винаходи. Так, секрет виробництва фаянсу, відомий майстрам стародавнього Єгипту в 15 столітті до нашої ери, пізніше знову був винайдений в 3-4 століттях у Китаї. У 18 столітті європейці відкрили секрет фарфору вже з 6 століття відомий китайським майстрам. Майстри кераміки з Англії і Франції створили свої різновиди порцеляни, наприклад, м'який фарфор або кістяний фарфор. У музеях різних країн зберігається чимало шедеврів керамічної майстерності. Від примітивних сосудів, виліплених вручну і опалених на багатті, до виробів, виготовлених на основі останніх досягнень сучасної науки. Від грубої цегли до тонкого, прозорого фарфору. Такий шлях розвитку кераміки. Handmade.
Значит, шарики шариками, но, так, как видите, у нас есть декоративные элементы. Так. Они могут быть самые разные, все зависит от ваших... Ну, загалом, все одно мы бачимо, что там из таких, из жгутиков, оно все одно. Да. Або шарики, да. Вот эти декоративные элементы можно сделать из жгутиков, из тех же самых. И я имею в виду просто орнаментально оформить совершенно по-разному. Я вам сейчас покажу, как делать вот эти вот жгутики. То есть мы берем кусок глины, раскатываем его в жгут. Просто в тонкую такую колбаску, вот диаметром примерно так, как, такой, как шарик, да? Так. Я его, этот жгутик, режу на нужные мне кусочки. Вот, есть ножичек у нас такой. Режем на кусочки. Угу. Вот, из которых мы потом будем формовать нужные нам элементы, уже декоративные элементы нашей вот этой вот тарелочки. Значит, каким образом мы формуем? Выравниваем этот кусочек аккуратненько в пальцах, угу, и мы начинаем скручивать вот такую вот спиральку. Вот, сильно не сжимаем, можем сделать один, можем сделать 10. То есть все зависит от наших возможностей, желаний, предпочтений в декоре. Сейчас покажу, как мы его делаем. То есть мы просто выравниваем кусочек глины и начинаем этот жгутик просто вот так вот тихонечко-тихонечко скручивать в такую спираль. Вот. И вот такую вот спираль получили. Вот сделали их, например, 4. Я уже себе примерно думаю, как я их буду располагать. И имея, допустим, вот уже эти декоративные элементы и основную мою вот это вот количество этих шариков, я начинаю выкладывать эти жгутики в том месте, где я себе уже предположил. Да, вот я выкладываю их вот таким вот крестоподобным образом, да. Вот в центре у меня будет такая вот бусинка, то есть я их уже уложил. И начинаю теперь постепенно заполнять вокруг этими шариками, постепенно заполнять сам вот этот вот, саму плоскость своей вот этой вот тарелочки. Да? Смотрите, что делаю дальше. Вот я выложил внутреннюю часть этой нашей мисочки-тарелочки, сделал жгутом наружную часть. Так. Вот Андрюша уже практически сделал. Вот. Так, так, а вот Лена у нас что-то просто так... А что, реденько? Не-не-не, вот крупно, здесь можно крупнее, а сюда вот хвостик, который помельче немножко, шарики. Вот. И немножко побыстрее, потому что глина начинает у нас уже сохнуть. Вот, а нам нужно, чтобы эта глина еще склеилась между собой. В процессе работы мы потом, когда вот жгут будем укладывать, мы должны будем склеить между собой эти шарики. Поэтому мы должны укладывать их быстренько и плотненько. Значит, мы жгутик выкладываем, начиная от рта, так, рыбы, заканчивая хвостиком. Угу. То есть отсюда сюда один жгут, и отсюда сюда второй. Вот, значит, сделали один плавничок, сделали второй плавничок. Теперь следующий этапчик, это мы вот что делаем. Мы берем от края жгутика и сюда вовнутрь начинаем смазывать всю эту нашу поверхность, выравнивать. То есть от жгута к центру сначала прижимаем чуть-чуть вот так вот шарики, только сильно не нажимайте, ребят, потому что вы смажете весь рельеф. Просто прижать немножко, чтобы они у нас соединились между собой. Да. Вот, а теперь делаем то, о чем я говорил. То есть, а сейчас вот мы начинаем и тут сильно не нажимаем, потому что не надо продавливать, чтобы мы не продавили это насквозь. То есть мы прижали для того, чтобы придать вот такую вот сглаженную поверхность там у нас на листе. Вот, а здесь мы должны поверхность эту выровнять. Нам потрібно позбутися усіх дірочок, да, так, чтобы поверхня была равномерной. Да. Да. Мы должны загладить эту поверхность. Вот, и желательно заглаживать от жгута к центру, к середине. А чему не навпаки? Потому что мы так сорвем жгут, оторвем от. Ага. Вот. Значит, мы вот эти изделия можем сделать в виде тарелочек, можем сделать в виде пласта какого-то, мы можем их изогнуть в необходимую форму. То есть это может быть плоское вот такое изделие, допустим, как рыбка, да, мы можем эту рыбку плавнички немножко изогнуть. Ну можем, да, можно изогнуть, же трошки ее, да, можно как тарелочку, можно плоскую оставить. Можно сделать ножки, если мы собираемся это использовать как рыбка подставочку. На да, рыбка на ножке. Для следующего этапа нам нужны два таких вот элементика, которые называются
такой вот... Болванка. Болванка, да. Вот, и турнетка. Турнетка это вот... Подставочка? Да, такая вот подставочка культурной соли, которая вращается. Для чего? Для того, чтобы мы могли вот эту болванку на столике вращать равномерно, чтобы не в руках, а на столике. Значит, для того, чтобы придать форму нашему будущему изделию по форме вот этой болванки, я использую целлофановый пакетик. Для чего? Это глина у нас влажная. Если я глину буду прикладывать сюда непосредственно, она прилипнет. Если на целлофан, то, естественно, я смогу ее свободно потом снять. Поэтому я беру вот так вот целлофановый мешочек, кладу этот целлофановый мешочек сюда на болванку, приглаживаю вот таким вот образом, чтобы пузырьки воздуха отсюда выдавить. Аккуратно снимаю с листа бумаги наше изделие, аккуратненько. Бывает такое, что бумага прилипает. Вот, смотрите. Так. Вот такая штука получается в результате. И мы эту штуку теперь должны отформовать. То есть мы ее аккуратненько кладем на нашу болваночку, на серединочку. И аккуратно прижимаем по форме этой болванки. Так. Стараемся держать ее как можно ближе к центру. Пока мы это делаем, думаем, какие ножки мы сюда можем, допустим, можно вообще без ножек оставить, здесь плоскую поверхность сделать и оставить без ножек, да? Но можно сделать ножки. Ножки очень просто можно сделать. Я делаю три, например, вот сюда, три одинаковых шарика. Андрей лучше делать четыре, причем потому что у него все-таки более прямоугольная, такая приближенная к прямоугольнику форма. Поэтому я что делаю? Я вот отмечаю себе то место, где у меня будут ножки стоять, примерно так. Чуть-чуть смачиваю поверхность в тех местах, где я буду крепить эти ножки. И эти ножки, шарики, беру и приклеиваю к поверхности. Мы не трошечки втираем их. Да, я прижимаю просто пальцем. Это я сделал. Ножки беру, губку загладил. Тобто вирівнюємо поверхню з допомогою звичайної, просто вологої губочки. Да. Тобто поки у нас це все здесь, на цій поверхності, ми можемо це зробити. Тепер акуратненько беру, знімаю це діло з болванки, вместе з салфановим мішочком, естественно, да? Он у нас знімається. Не знаю, Андрюш, що шарик опять. Вот. И получаю вот такую вот тарелочку. Поэтому аккуратненько ее нужно снять, чтобы она не деформировала. И вот в таком вот виде она у нас сохнет. Если дома очень жарко, как у вас, например, и сухо, то можно сушить ее вот в таком виде. То есть 4-5 дней она простоит, да, простоит вот под мешочком. Она уже будет подсохшая, можно мешочек снять, и она уже досохнет уже. Ну что, друзья, у нас Андрюша зараз буде формувати свою тарілочку під суші. А, ну, а ми поки що також вирівнюємо поверхню моєї рибки. Поки що ж ми це все робимо, вам пропонуємо подивитися наш наступний сюжет. Handmade. Майстри, що працюють із глиною, використовують різні техніки. Це і гончарний круг, і скульптурне ліплення, аплікація. Одна із технік – глиноплетіння. Її характерні риси полягають у тому, що тут не використовується гончарне коло, а сам виріб набуває абсолютно будь-якої форми і рельєф візерунку. При цьому майстер вкладає, виплітає візерунок з невеличких шматочків глини. Один із найбільших відомих сучасних майстрів глиноплетіння в Україні – Жанна Росипчук. Автор розповідає, що захоплюється трипільською культурою і передає основні риси трипільської кераміки у своїх роботах. Необхідно відзначити, що трипільська кераміка займала одне із щільних місць в Європі того часу по досконалості вироблення і розпису. І якість посуду незрівнянна. Усі вироби виконані з тонкої, гладкої глини, майстерно розфарбованої білою, чорною, червоною і коричневою фарбами. Орнамент являє собою загадкові символи та знаки. Глиняний посуд трипільці виготовляли вручну, без допомоги гончарного кола і добре опалювали в спеціальних печах. Численні трипільські сосуди покриті візерунком у кілька ярусів. Візерунок складний, він сильно відрізняється від звичайних орнаментальних прийомів древніх керамістів. Тут є ритм. Кожен ярус розписується за своєю, властивою даному ярусу системою. Розпис трипільської посудини – не просто сума окремих знаків, а складна, продумана система, щось цілісне.
Приклади трипільської кераміки знаходяться серед музейних експонатів у Київському історичному музеї і, звичайно ж, в селі Трипілля. Handmade. Якісь у тебе трошки середземноморські такі стіли. Рюша, ай, молодець. Ваще чатка. Чи висушували накидати? Єдине, що нам потрібно здесь зробити, це зробити дирочки. Угу. Дирочки ми... Где, как мы ее подвешиваем? Вот здесь вот, да, одну дырочку делаем, да, здесь где-то вторую. Да. Вот так, сделали две дырочки. Теперь нам осталось сделать глазик. Более выделить его, правильно? Ну да, чтобы его все таки да. Было зрозуміло, что это все-таки око. Это глаз. И плавнички можно декорировать надсечками. Вот таким вот образом. В принципі, це можна абсолютно спокійно робити вдома з допомогою звичайних предметів, які є вдома. Совершенно правильно. Абсолютно ніяких інструментів особих. Стержень для ручки, для того, щоб зробити око. Карандашик, обычний нож, так. Да. Значить, можна ще вот таким вот образом, зроблю одну, захочеш, зробиш. Угу. Вот таким вот образом, маленькими такими точечками, можна декорувати. Так, да, воно і рельєфу трошечки ще більше додає. Так, да, прикольно таке. Ну, а якщо, наприклад, хочеться додати трохи кольору, ось, наприклад, як на ваших тарілочках, хоча там є і коричневі трошечки, зелені. Значить, це все робиться вже після сушки, коли можна взяти її в руки, щоб вона не деформувалася. Угу. Значить, покривається це діло ангобом цвітним. Цвітний ангоб – це та ж сама глина. Только разведенная с водой до такого сметанообразного жидкого и сметанки состояния. Угу. Вот. Добавляется специальный пигмент, температуростойкий, который потом не выгорает при больших температурах. Заполняются вот эти вот все промежуточки. Кисточкой там или губкой можно тампончиком таким вот заполнить. Ну, жидкий он запекает. Угу. Вот. А потом протирают поверхность губкой вот этой вот жесткой поверхностью. Угу. И все. Вот такая у нас рыбёха получилась. Кстати, такие вещи вот можно делать как подставки под чашки, под кастрюли. Только если уже делать под кастрюлю, то надо, конечно, ее делать толще, немножко массивнее, чтобы она была такая посильнее. Ну так. Вот. А под чашечку, под кофейную, под чайную вполне вот, возможно. Абсолютно спокойно можно это сделать. Да, и не только, а сейчас очень модно, допустим, суши, действительно, всякие китайские штучки. Ну, представьте, такая тарелочка с соусом. Ну, так можна взагалі зробити цілий набір такий подарунковий для суші, для викладення там цілих наборів. Ну, не зря ж ваша програма називається «Handmade». Ну, да. Ну що, ще трошечки і будемо суші кліпити. Вот, ну, а я обязую все это дело подсушити, а я обязую все это дело обжечь. Ну, і суші з вас. На наступну програму. Обов'язково будемо вас пригощати з наших же тарілочок, я так думаю. А що ж, Сергій, вам дуже дякуємо за те, що знову до нас прийшли в гості і ще чомусь навчили. Вам спасибо за внимання. Нам було дуже цікаво, нам було дуже кльово. А якщо ви хоча б щось пустили з нашої програми і не знаєте, з чого ми починали взагалі, ми вам рекомендуємо зайти на наш офіційний сайт handmade.ntrk.com.ua і переглянути цю програму і інші безліч разів. Або ж, якщо у вас є ідеї, або ви хочете потрапити сюди в гості на місце сьогоднішнього Сергія, переходьте на тому ж сайті в рубрику «Ваші пропозиції» і залишайте там свої ідеї або ж контакти, і ми з вами зв'яжемося і зустрінемося вже тут. До нових зустрічей! З вами були ваші ведучі Андрій, Лена і сьогоднішній наш гість Сергій Богопольський. До нових зустрічей! Щасливо!